Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Галлополимер в числе лидеров российского экспорта. Торжественное награждение лучших экспортеров страны состоялось 9 декабря в Москве в рамках форума «Сделано в России». Федеральная конкурсная комиссия под руководством первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова определила 13 победителей всероссийского конкурса «Экспортер года», среди которых была и группа компаний «Галлополимер», ставшая призером сразу в двух номинациях – «Экспортер года» в сфере высоких технологий, в категории «Крупный бизнес», а также «Новая география». В этом году всероссийский конкурс «Экспортер года» впервые в своей истории проводился в трех этапах – региональном, окружном и федеральном, а также собрал рекордное число участников – более 1700. На каждом из этапов холдинг «Галлополимер» занимал первые места и входил в тройку лидеров. Это объясняется высоким спросом на высокотехнологичную продукцию предприятий холдинга со стороны зарубежных клиентов. «Галлополимер» является одним из крупнейших производителей вторполимерной продукции и занимает около 10% мирового рынка. По словам Артема Гневного, генерального директора АО «Галлополимер», всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» – это площадка, которая собирает лидеров экспорта различных отраслей промышленности, где демонстрируются самые инновационные и высокотехнологичные продукты предприятий экспортеров со всей России. Для холдинга «Галлополимер» важна возможность продемонстрировать свои достижения в области экспорта высокотехнологичной химической продукции на мероприятие столь высокого профессионального уровня. А победа – это показатель того, что команда «Галлополимер» на протяжении всего жизненного цикла экспортных продуктов, от научных разработок до реализации продукции на экспорт, работает слаженно, как единый организм, демонстрируя высокие профессиональные навыки, которыми может гордиться и компания, и ее клиенты. Помимо этого, победа дает мощный стимул к развитию и движению вперед. На текущий день продукция «Галлополимер» представлена в 43 странах мира, и доля экспорта в общем объеме реализации составляет около 40%. Ключевые партнеры группы находятся в Италии, Индии, США, КНР и Республике Корея в планах увеличения объемов поставок существующим партнерам. Вместе с этим продукция предприятий холдинга уже сейчас проходит валидацию у контрагентов в ряде новых стран, что позволит увеличить объемы экспорта и расширить географию поставок в ближайшей перспективе. Программа «Экономика» на 101 FM.